сейчас ты влево его крутишь, машина зацепит асфальт, как дернет, да, и ты влево поедешь. Место для разворота выбирай. Левый поворотник, Саша. Притормози чуть-чуть, дай ему проехать. То есть, включая логику водительскую, раз. О, есть поворот, налево уходи еще раз. Вот. Вот, видишь, где разрыв есть? Впереди красный горит у ребят, да? Крутим руль, зеркало назад посмотрело, никого нет. Все, пошли, пошли, пошли. Давай, 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 давай. Давай, дорога позволяет. Все. То есть, если тебе дают команду развернуться, да, ты в правом ряду, посмотрела в левое зеркало, никого нет, или одна там машина, пропусти и уже заблаговременно перестраивайся. Чем ты подъедешь туда, ближе к развороту, да, машины все сзади тебя начнут движение от этого светофора, соответственно, пачка их будет, и ты уже среди потока будешь перестраиваться. Зачем? Ищи всегда выгоду, легкий путь.